No way. Мудрая притча про ад и рай. Однажды человек по счастливость увидеть Бога. Питаться знать самое важное. Человек попросил: Господь, я бы хотел увидеть рай и ад. Господь взял человека за руки и подвел его к двум дверям. Открыв одну, они увидели большой круглый стол с огромной чашей в центре. Чаша была наполнена пищей, которая пахла настолько аппетитно, что заставила рот наполниться слюной. Вокруг стола сидели люди. Казалось, что они были обселены, больны или умирали от голода. У каждого к руке была прикрепленная ложка длиной пред длинной рукой. Они легко могли доставить еду, но не могли поднести ложку к рту. Вот их несчастный просто поражал. «Только что ты видел, ад?» — сказал Господь. Он подошел к второй двери, открыв ее. Он увидел такой же круглый огромный стол, такую же большую чашу, наполненную вкусной едой. И даже у людей вокруг стола были такой же ложки. Но все выглядели довольными, сытными и счастливыми. «Я не понимаю», — сказал человек. «Это просто», — ответил Господь. «Это научились кормить друг друга. Те же думают только о себе». Ich bin Slav und ich habe auf Russisch so eine kleine Erzählung gelesen, wo es darum ging, dass verschiedene Leute halt über andere gedacht haben oder sehr egoistisch waren.